Хотите драйва? Крутого. Посмотрите фильм «Крушение». Джеральд Батлер, да, по-моему, так его называют. Впервые открылся мне как артист. Я раньше думал, что он только может кулаками махать. Хотя фильмы его боевики были, ну, хорошие. Можно посмотреть и сразу забыть. А это первый фильм, который не забудешь. Круто. Просто круто. Хорошо сыграл. Великий человек. Так что удачи. Ну, важно, да, получите хорошее настроение. Позвоните друзьям, расскажите о своих впечатлениях. Еще очень хороший фильм, который мало рейтинговый. Расскажи мне свои секреты. Сериал. Будете балдеть. Пока.